Динамо Дрезден он готовился. Итак, угловой удар у ворот Баварии. Посмотрим, что Спартак нам покажет. Опасно. Мяч доноганный. Удар. Мяч в ворота летит и попадает. Гол! Гол! Тихонов Андрей. Безусловно, ошибся Оливер Кан. У Тихонова удар-то не получился. Он ударился мяч в землю и перепрыгнул через вратаря. Ну, давайте смотрим угловой удар. Что там происходило в штрафной площадке. Борьба. Вот смотрите, он выбил мяч Кан и, как говорится, домой не успел вернуться. Упал он неожиданно. Ни с кем он из спартаковцев не сталкивался. Если столкнулся, только со своим игроком. Еще раз смотрим этот угловой удар. Все было чисто, все было в пределах правил. Ну, смотрите, он же упал, сталкивается со своим игроком. Какие могут быть претензии? 1-0 «Спартак» выигрывает. Всевозможно, юношеский сбор выиграл. Это опасно опять. Опасно и гол. 1-1. Опять полный беспорядок в обороне. 1-1. Дали головой ударить с близкого расстояния. А рядом с Тяпушкиным находилось, выстроившись практически в одну линию, сразу четверо спартаковских защитников. Только я про Нирлинга рассказал, что он талантливый, способный, тут же он и гол забил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Из-под защитника, под Рахимова. Отличный удар под перекладину. 1-1. Это не было такой умышленной передачи с целью затянуть время. Оленичев. Тихонов. Оленичев выходит к воротам. Еще можно ударить. Еще удар. Гол! 2-1. Как интересно развиваются события. Оленичев, Тихонов сотворили гол. Ну, немножко защитники им помогли. Но Оленичев не растерялся, потерял мяч. Он с ним отскочил, он его добил все-таки. Вот смотрите, здесь он обыгрывает Кройсера, мяч отскакивает. Давайте еще раз посмотрим. Или кто-то... Да, Оленичев все-таки продрался, молодец. Тут защитники тоже ему помогали. Но они, конечно, пытались выбить, но выбивать-то некуда было. 2-1. Надо удержать счет, когда нужно подержать мяч. Мехмед Шоль опять выполняет угловой. Очередной опять опасно. Гол. Опять головой. И опять грубейшие ошибки обороны. Вот он, молодой Сэмми Куфор. Забил свой первый мяч, выступая за Баварию. Второй мяч головой забивает. 2-2. Два-два в конце первого тайма. Минут за 6 до конца. Дали ударить. Что делать Тяпушкину? Выходить на этот мяч? Трудно сказать. Беда в другом. В другом, что наши игроки, наши футболисты касаются не только спартаковцев. И все. Спартак сегодня очень хорошо провел матч. Напомню, что мячи забили у Спартака Тихонов и Оленичев. У Баварии Нирлингер и Куфор. Ничья 2-2. И обе команды поздравляют друг друга. Ну что ж, и мы поздравим Спартак с хорошей игрой.